И в завершении выпуска информация от наших коллег из пресс-службы ОМВД. В Белгороде полицейские изъяли партию контрафактного алкоголя. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ОМВД из незаконного оборота было изъято около 1000 бутылок контрафактной продукции общим объемом более 700 литров. За что задержаны? За продажу алкоголя. Что это за алкоголь? 40 градусов. По предварительным данным, 24-летний житель областного центра незаконно реализовывал спиртные напитки известных торговых марок с явными признаками подделки. При проведении осмотра в его автомобиле, гараже и квартире полицейские обнаружили и изъяли около 1000 бутылок контрафактного коньяка, виски, водки, текилы, рома, вина и шампанского. По результату экспертизы изъятой спиртосодержащей продукции будет установлена степень ее опасности для здоровья человека и будет принято процессуальное решение.